Ed eccoci tornati con una nuova serie dopo mille e mille anni di assenza, no dai, qualche settimana. Quindi il vincitore del sondaggio è stato Metro, è la saga Metro, quindi iniziamo con Metro 2033 Redux, in attesa di Metro Exodus. Comunque, come ho scritto sulla pagina, il gioco lo farò con karma positivo. Se poi vorrete vedere il finale in karma negativo, fatemelo sapere o sulla pagina o comunque nei commenti qua del video. Comunque stavo anche pensando di fare il gioco in lingua russa, tanto per rendere meglio l'idea. E poi in caso devo cambiare lingua, basta scriverlo nei commenti o in pagina. Ma penso che comunque giocarselo in russo gli dia quel tocco in più. Allora, vediamo un po', bla bla bla, difficoltà, sì, testo russo, sì, ok. Aspetta, nuova partita, lo giocherò a sopravvivenza e a ranger difficile. La gamma penso che vada bene così. В тоннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Capito tutto. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Vabbè. Però comunque, dato che lo giochiamo in questa difficoltà, non vedremo niente, quindi dobbiamo andare a vista proprio. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебуши по ящикам. Вдруг найдем что полезное. Gamba a te. Ну все, давай наверх. Так-так. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концерт. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. Лоджа Карика. А вот и стражи. Пожаловали. Quello è sceso morto, non so.
Comunque, dato che lo stiamo facendo a Ranger difficile, in modalità sopravvivenza, dovrò esplorare molto perché le munizioni e i filtri scarseggeranno. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как вы? Момент вестире, però. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого чего? Спокойно. Спину берегите. Здесь, пожалуй, придется попроще, чем в магазине. По моей команде! Демоны! Демоны! Che bel volo che si fa. Метро — это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Он изменил все, и в особенности мою жизнь. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Бабина. Пойдем, Артём, пойдем. Эй, арива, арива. Свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Саша! Да, Коля. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Давай послушаем Хантера. Сереженька!
Сереженьку моего никто не видел. Сережа! Привет, Артем. Hello. Госпиталь переполнен. Мам, а мам? Леша, а долго нам еще ждать? Что же делать теперь? Где ты, Леша? Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем? Посторонним нельзя. Петр. Не видишь, убрать. А, извините, не узнал. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Здорово. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Quando c'è sto flash bianco vuol dire che abbiamo fatto un'azione di karma buono. Добраться. Какого чёрта? Кто это? Там peccato che però in russo non hanno messo i subtitoli. Давай, открывай чёртовы ворота. Alle persone secondarie. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Però vorrei sedermi anch'io. Артём. Я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявольщина? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные убивают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это они идут сверху. Что, черт подери? Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Си, унарма, да ты не нарма. Эбелларма. Тут же умитра, еще пистула. Они придут сюда. Вабе, кепероем. Больница рядом. Запад. Револьвер, квинди. In questa sezione c'è un obiettivo di non far passare i nemici da ste grate. In questa run non penso di farlo, anche perché non è che stia qua. Cioè alla fine del gioco l'ho già fatto con tutti gli obiettivi, quindi. Infatti uno è passato. Artyom, ed era tra l'altro l'ultimo. Конечно, этот не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду
цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черный напарень! Внешний блокпост уничтожен! Un massacro. Tranne quello che sembra impazzito. Ma Alex ce l'aveva detto che giocano con le nostre menti. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Но ты делюдер, Артём. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейно и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертался, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертался, кушает компот! Вот стоц, перевертался, я мечтаю снова! Вот стоц, перевертался, пережит налет! Una cosa bella di sto gioco, cioè a parte che il gioco in sé è bellissimo e anche i romanzi lo sono, è che come easter egg hanno messo appunto i poster e i libri ufficiali, nel senso, perché questa è la copertina ufficiale che c'hanno i libri. Ci suoni la chitarra così dà una trazione buona. Spegniamo le luci e niente, direi che per oggi il video lo concludiamo qua. Poi fatemi sapere se volete video più lunghi, per intanto li faccio massimo da 20-25 minuti. Quindi niente, spero che il video sarà di vostro il video e la serie saranno di vostro gradimento, quindi fatemi sapere nei commenti o in pagina o qua nel video, appunto, se volete video più lunghi, se volete vedere il finale in karma negativo e cose del genere. Quindi grazie per aver visto il video. Iscrivetevi, commentate, lasciate mi piace, condividete sempre se vi va, e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!